Всем привет! Краткий обзор, можно сказать, распаковка холодильника. Недавно доставили. В общем-то, давайте начинать. Поехали. Итак, друзья, LG 509 модель. Краткая инструкция к применению. Когда вам доставляют холодильник, в первую очередь, поставьте вот такие вот ограничители. Дальше отрегулируйте вот такие вот ножки. И дайте холодильнику постоять в летний период 4 часа, в зимний период 5 часов. В общем, для того, чтобы газ весь переместился сверху вниз, специальные компрессоры. Далее. Холодильник с морозилкой, немножко умный, смарт-инвертор. Гарантия 10 лет LG нам дает, что означает это надпись по стоимости 43 тысячи рублей. Это среднебюджетные холодильники 59,5 сантиметров у него ширина, 62 сантиметра у него глубина. Да, немножко будет вот так вот торчать со стандартной кухней. Кухня у нас временная, поэтому, в принципе, неплохо смотрится. Если сделать вот у нас вот такой вот вид, то получится вот таким вот образом. Собственно, холодильник имеет такой оттенок под мрамор. Хотел сказать гранит, нет, под мрамор. Прикольный он, и не белый, и не серый, он такой кремовый. Но эта кремовость, она на самом деле ему не вредит. Итак, друзья, класс А2+, это очень хорошо, значит, энергоэффективный. 280 с лишним литров у него общий объем, и это очень хорошо. Внизу находится морозильная камера, здесь вот таких вот три отсека. Они пластиковые, сделаны под стекло, обычно стандартный ход. Удобно, когда морозильная камера снизу, здесь маленькая, здесь, собственно, в общем, вот так вот, там, по-моему, 100 с лишним литров на морозилку. Но самое главное, это открываем сам холодильник, и здесь у нас интересные вещи. Казалось бы, обычный холодильник, ну погнали. Во-первых, в этой комплектации есть подставка для яиц. Во-вторых, есть полочка для охлаждения бутылок. В-третьих, есть вот такой вот замечательный штука для льда. В-четвертых, есть несколько Fresh Balancer Zone. Fresh Convector, Fresh Balancer. В общем, вот так фрукты, вот так овощи. Я не знаю, как это работает. Явно это что-то меняет. И, в принципе, в описании можете почитать, на что это влияет. Вот так вот у нас рыба. Вот так вот у нас мясо. Ну, а в самом конце у нас овощи. Все это открывается, но прикол весь, вы подумаете, здесь, наверное, маловато места, но нет. Компания LG придумала следующий ход. Вы можете подвинуть аккуратненько эту полочку и сюда поставить, допустим, большую кастрюлю, если вы там жаркое сделали, либо супа наварили на всю семью. В принципе, прикольно. Все полки термостекло, по сути, не должно бояться. Здесь у нас door cooling, то есть это технология обдува Smart Diagnostic, тут находится какой-то внутренний умный процессор. Ну и вот это все у нас Fresh Metal, находится по этому, по всей задней части холодильника. Естественно, данный холодильник no frost, то есть камера и морозилка, но, если честно, не особо верится по поводу no frost, потому что у нас дома находится холодильник, он несколько лет назад, несколько, можно даже десятков лет назад уже приобретался одним из первых моделей No Frost, но все равно этот No Frost превращается в разморозку, в большую эту, ну, такую ледяную глыбу на рост. В общем-то, в принципе, для 43 тысяч рублей посмотрим, как себя покажет в эксплуатации. Если кто знает, смотрите, слушайте внимательно. Слышите? Вот пока не знаем, что это, гарантийный случай или просто нам, как всегда, повезло. Вот так вот визуально все это дело смотрится. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки. И, в принципе, если задумывались над приобретением такого холодильника, без проблем, можете покупать. Я думаю, что он должен служить. Да, здесь есть смарт-панель, то есть можно установить приложуху какую-то специальную от LG и все это дело здесь, как говорится, изучить. Экспресс-кул, фризер, экспресс-фризер, эко-френдли, Wi-Fi, лок.
Ну, скорее всего, типа, чтобы детки не баловались локотом. Я не думаю, что он закрывает свои дверцы и до 6 утра никого не пускает. Вот на такой позитивной ноте я заканчиваю. Ставьте лайк еще раз, подписывайтесь, комментируйте, пишите Дональд Дак, если знаете, о чем я говорю. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. А, ну и забыл сказать вот такой вот нюансик. В общем, это право руки, то есть петли у нас находятся справа. Но этот холодильник умеет быть... открываться налево. То есть вы можете самостоятельно перевесить. И хочу также обратить ваше внимание на вот этот притвор. То есть вот эта вот вся штучка под названием уплотнитель, да, резиновый уплотнитель. Он такой широкий, как бы в обычных холодильниках, старых, по крайней мере, он достаточно узкий. В общем, в принципе, можно перевесить, потому что система по архитектуре, то есть по дизайну, позволяет этой дверце открываться и влево, и вправо. Ну, теперь, наверное, точно все.